Всех приветствую на своем канале. Сегодня очередное видео по ссылочке с AliExpress и eBay. Первый товар будет с eBay. Это бюстгальтер белого цвета. Размер 85C. Стоил он 328 рублей. Пришел вот такой упаковочке за 20 дней. Трек отслеживался. Кинули в ящик. Был упакован вот. Состав его 95% хлопок. 5 эластан. Да, 328 рублей он стоил. Размер подошел. Он был белый и серый. Ну, вообще еще есть черный. Лямки регулируются. Вот здесь такая вот лайка под этой. Он на косточках. Он считается как спортивный, но я люблю такой вид бюстгальтера. И меня знаете, что поразило? Что это Bonprix. Я в шоке была, что это Bonprix Collection. Я в Bonprix, конечно, заказывала одежду, у них качественная, но почему с Китая на eBay продают Bonprix? Не знаю, это первый раз для меня. Три уровня застежки, запаха не было, нитки, ни одной нитки не торчат, бирки никакой не было. Вот так он выглядит внутри. Вот здесь такая резиночка. Очень удобно, комфортно. Лямки, к сожалению, не снимаются. Вот, отличный бюстгальтер. Девчонки, присмотритесь. Даже кто спортом занимается, или кто просто любит на косточках, без поролона, без всяких кружев. На каждый день идеальный вариант. Тем более за 300 рублей. Рекомендую. Далее, обзор на летние кроссовки. Они идут как Unisex. Мужчинам и женщинам подходят. Они везде стоят 500, 600, 700 рублей. Шли в течение 20 дней, трек отслеживался. Пришло заказной посылкой в обычном пакете. Запах был, выветрились. Вот так они выглядят. Я заказывала маме. У нее стопа 2,4 сантиметра. 2,4,5 сантиметра. Советовал с продавцом, и он посоветовал на размер больше. Вот видите, 40 это на 25 сантиметров. Спорт. Вот такая красивая стелька. Сейчас, если попросится. Вот. Вот так они выглядят. Видно, конечно, немножко клей. Вы видите, вот. В дождь, конечно, нежелательно, они промокнут, но как легкий вариант для летних прогулок, даже с собакой, очень пойдет. Там разные были расцветки, белые, розовые, серые, черные, у разных продавцов разные цвета. Вот. Но ничего не порвалось, все удобно. И далее покажу, как смотрится на маминой ноге эти кроссовки. Вот так они смотрятся. Очень красивые, удобные, легкие, ничего не натирает, не жмет, и бегать можно, и ходить, и прыгать. Вот. Отличные кроссовки. Экономичный, бюджетный вариант на лето. И для мужчин, и для женщин. Рекомендую. Продавец отличный. Ссылочки будут все в описании. Пришла маме вот такая красивая брошка. Примерно размер ее 7 сантиметров. Стоит она 60 рублей, а так она стоит 100 с чем-то. Пришла в течение месяца заказным пакетом. Вот так она красиво смотрится. Все камушки целые, ничего не ржавое. Вот. А мама брала под кардиган. Очень удобно и красиво. Рекомендую. У нас такие, наверное, броши стоят... Ну, рублей 200, наверное. И потерявшая моя посылка, я выиграла спор. Она мне пришла в течение 4 месяцев. Кинули в ящик. Это гвоздики с австрийским хрусталиком. Я заказала бордовые. Очень красиво смотрится. Ну, я делала обзор, у меня были серебристые. Посмотрите, какая красота. Все ссылочки будут в описании. Спасибо вам за просмотр. Жду от вас комментариев, лайков. И отзывы тоже будут на Итао. Так что всем пока-пока!